Чуваш Республикин Пучлыхе, депутат СЭМ Хакла Ханазым. Добрый день, уважаемый глава Чувашской Республики, депутаты и приглашенные. В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики, глава Чувашской Республики обращается к Государственному Совету Чувашской Республики с посланием об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики. На торжественном собрании, посвященном оглашению послания главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, присутствуют депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, судебных, правоохранительных и иных государственных органов, руководители федеральных учреждений и внебюджетных фондов, члены Общественной палаты Чувашской Республики, Совета старейшин при главе Чувашской Республики, советники главы Чувашской Республики, представители органов местного самоуправления в Чувашской Республике, руководители предприятий, промышленности, малого и среднего бизнеса, организации бытового обслуживания сферы услуг, кредитных организаций, руководители организаций строительного и транспортного комплексов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйств, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов, организаций сферы природопользования, охраны окружающей среды, представители организаций здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, руководители образовательных и научных организаций, учреждений культуры и искусства, связи и информатизации, средств массовой информации, представители политических партий, общественных и религиозных объединений. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики, объявляется открытым. Oh.
предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Уважаемые депутаты, приглашенные, дорогие жители Чувашии, мы вступили в 2020 год. В этом году страна отмечает памятную дату 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Наш народ покрыл себя неуедающей славой, отстоял независимость Родины, спас весь мир от фашистского порабощения. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будущее России мы должны строить на прочном фундаменте патриотизма, любви к Родине, родной земле, к своим родным и близким. Никто не забыт, ничто не забыто. На века останутся памяти герои, отдавшие жизнь за мир и свободу для новых поколений. Всегда будет служить примером самоотверженности трудовой подвиг женщин, стариков, детей, которые, не щадя себя, обеспечивали фронт всем необходимым. 2020 год является знаковым для всех, кому дороги благодатная чувашская земля, уникальная культура и древние традиции нашего народа. Мы празднуем знаменательное событие – столетие образования Чувашской автономной области. За век своей государственности республика совершила поистине фантастический скачок от сахи до космических высот. Хизепли депутация. Хакла Шинамарзе. Игибинде Ширимишу Пиринжень Уйрумах Павла Жулдалы. Ибир Чаваш Автономии Облашни Ергелен Ренбе Шержул Шитнине Уявлатва. Эмир Хушинде Пирин Республика Хейн Пуриенле Адавана Венче Сухабу Шинжень Космоса Жиди Утса Ирце Теленмеле Пызык Шитнив Зендуна. Паянхи промышленность стоял в Ужалах, культура ба наука, тогда спор Шитнив Зембе Ибир Тивишлибех Мухтан Набулдаратва. Халыхан пуян елы ергибе, истории эткелыхне сыхлаза упрасы, шамрыгарова осхагалба илемлих хаклыхсене туймабрендеси, педехте пыльдерышли. Шакчаплывыява палладуны пиренбая тадада ширепрех пырлештересене шанзадрады. Сегодня Чувашия обладает мощным промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой. Все это результат общего труда нескольких поколений жителей республики, каждый из которых внес посильный вклад в общее дело. Спасибо всем жителям Чувашской республики за деятельную любовь к родному краю, за заботу о его благополучии и процветании. Спасибо. Наше дальнейшее движение вперед во многом зависит от решения стратегических задач, сформулированных в национальных проектах. И эти проекты направлены на технологическое ускорение, создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора в экономике, развитие инфраструктуры, совершенствование социальной сферы. Ближайшие 3 года на их реализацию в нашей республике планируется направить более 26 миллиардов рублей. Однако хочу акцентировать ваше внимание на том, что сами по себе национальные проекты не являются самоцелью. Они всего лишь инструмент для выполнения нашей главной задачи – повышения качества жизни и благосостояния населения. Увеличение реальных доходов населения является ключевым индикатором развития экономики. И чтобы его достичь, в первую очередь необходимо создание высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест во всех отраслях реального сектора экономики. Основа благополучия – это эффективный труд. Как гласит народная мудрость, «Ишлемезесень пурлых полмасть» – без труда не стать богатым и состоятельным. Уважаемые коллеги, базовым инструментом для реализации уже начатых программ и проектов, безусловно, является устойчивая и стабильная финансовая система, а также ответственная, сбалансированная бюджетная политика. В прошлом году по сравнению с 2016 годом доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики увеличились в 1,7
1,3 раза. Собственные доходы бюджета за этот же период выросли в 1,2 раза. Стимулирующим фактором развития экономики стали бюджетные инвестиции. Благодаря им мы смогли построить новые детские сады, школы, дворцы культуры, учреждения социальной сферы и здравоохранения, реконструировать десятки поликлиник и больниц, продолжить и отремонтировать сотни километров дорог. По доле инвестиционных расходов бюджета республика в прошлом году заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа. При этом особо отмечу, что увеличение бюджетного финансирования различных проектов и программ осуществлялось наряду с целенаправленным снижением государственного долга республики. Главная задача, на решение которой нацеливает президент России, это борьба с бедностью и обеспечение роста доходов населения. Чтобы с ней справиться, нам необходимо добиваться стабильного экономического роста, повышать производительность труда, развивать предпринимательскую инициативу. Правительство Чувашии оказывает всяческое содействие предприятиям в получении государственной поддержки. По оценке, объем господдержки промышленных предприятий республики в 2019 году составил 1,8 млрд. Введены в эксплуатацию индустриальные парки в Чебоксарах и Канаше. В городе Канаше создана территория опережающего социально-экономического развития. Планируется создание аналогичной территории в Новочебоксарске. На протяжении всего прошлого года индекс промышленного производства по республике опережал аналогичные показатели по России и в итоге составил 104%. Столь высокие показатели роста имеют особенное значение, поскольку организация обеспечивает более трети объема валового регионального продукта и более половины поступлений платежей и сборов бюджеты всех уровней по республике. За последние 4 года на создание новых производств и модернизацию существующих нашими промышленными предприятиями направлено более 170 миллиардов рублей. Создано около 11 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Даже несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую обстановку, нам удалось в прошлом году сохранить динамику экспортной деятельности. Внешнеторговый оборот республики по оценке составил более полумиллиарда долларов США. В том числе и экспорт более 200 миллионов долларов США. Выражаю признательность предпринимателям, организациям, которые вносят весомый вклад в решение важнейших экономических и социальных задач, развивают производство, предоставляют качественные услуги, создают рабочие места. Какие задачи в экономике мы ставим перед собой в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Первая задача. Чтобы обеспечить прирост инвестиций в экономику, осенью прошлого года мы внесли изменения в региональное налоговое законодательство, предусмотрев введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Сегодня размер налогового вычета составляет половину суммы произведенных предприятиями расходов. С учетом послания президента Российской Федерации, полагаю необходимым расширить меры поддержки налогоплательщиков республики в рамках налогового регулирования. Кабинет министров вместе с депутатами Государственного совета нужно решить эту задачу в максимально короткие сроки. Кроме того, предлагаю Кабинету министров наделить Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности полномочиями по подбору и подготовке земельных участков на территории республики для создания новых высокопроизводительных производств. Необходимо в 2020-2024 годах обеспечить привлечение в основной капитал инвестиций в размере не менее 350 миллиардов рублей и доведение к 2024 году их доли в валовом региональном продукте до 27%. Для этого поручаю Минэкономразвития совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработать комплекс дополнительных мер инвестиционного развития республики. Считаю целесообразным ввести практику ежеквартальных отчетов глав администрации муниципальных образований о работе с инвесторами. Вторая задача. Республика вошла в число первых 16 российских регионов, реализующих национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Он направлен на сокращение потерь времени и увеличение выработки производимой продукции. Сегодня в проекте участвует более 30 наших предприятий. Считаю, что этот положительный опыт использования инструментов бережливого производства необходимо активно внедрять на предприятиях нашей республики. Наша цель – к 2024 году охватить мероприятиями по повышению производительности труда не менее 60 организаций. Третья задача. Почти треть занятого населения республики сегодня работает в организациях малого и среднего бизнеса. Их доля в валовом региональном продукте составляет более 33%. Они осуществляют около 45% налоговых отчислений в бюджет республики. Необходимо обеспечить субъектам малого и среднего бизнеса доступ к льготному финансированию, лизингу оборудования, государственному и муниципальному имуществу, а также их участие в госзакупках крупнейших заказчиков и другие механизмы поддержки. Министерство экономического развития, промышленности и торговли поручаю обеспечить увеличение количества получателей микрофинансовой поддержки к 2024 году в 1,7 раза, а также довести объем гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 9 миллиардов рублей. Органы местного самоуправления, в свою очередь, следует провести инвентаризацию имущества, которое можно предоставить в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством. Результатом общей работы должен стать рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году на 20%, до 190 тысяч человек. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте за этот же период должна увеличиться до 38%. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, у села и аграрной отрасли нет отдельного профильного национального проекта. Но президент страны подчеркнул, что интересы аграриев и селян должны быть учтены в каждом национальном проекте, а планы и действия всех ведомств четко и предметно скоординированы. В нашей республике, благодаря общим усилиям трудовых коллективов, инвесторов и государства, агропромышленный комплекс в последние годы стал быстрорастущим сектором экономики. По итогам прошлого года индекс сельскохозяйственного производства составил 105,1%. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля, второе по производству молока, третье по производству зерновых и четвертое по производству мяса на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Прошлый год был... Спасибо. Прошлый год был отмечен рекордной урожайностью овощей, картофеля и зерна за всю историю развития республиканского агропромышленного комплекса. Это большой успех, за который мы должны сердечно поблагодарить наших сельхозтоваропроизводителей. Они заслуживают наших бурных аплодисментов. Промышленным комплексом республики выпускается продукция, соответствующая мировым стандартам. Подтверждением этого является высокий спрос на чувашские продукты. С 2013 года агроэкспорт региона вырос 3,2 раза. Его сильной стороной является то, что в нем 80% приходится на продукцию переработки. Это значит, деньги от переработки сырья остаются в экономике региона, в экономике нашей страны. Данный тренд надо сохранить. Сегодня наши сельхозтоваропроизводители не только полностью обеспечивают продуктами питания жителей Чувашии, но и ежегодно экспортируют свою продукцию в 37 стран мира более чем на 25 миллионов долларов США. И это не предел. Задача на ближайшие 5 лет – удвоить объемы экспорта. Драйвером устойчивого роста отрасли является модернизация сельхозпроизводства по всем направлениям. За последние 5 лет частные инвестиции в агропромышленный комплекс составили более 21 миллиарда рублей. Благодаря льготному кредитованию под 5% годовых у инвесторов есть доступ к так называемым длинным финансовым средствам, что тоже благоприятствует развитию отрасли. Без преувеличения можно назвать историческим событием открытие современного тепличного комплекса пятого поколения Новочебоксарский. Благодаря готовому производству тепличных овощей в республике у
увеличится более чем 2,5 раза. Здесь ежегодно будет выращиваться до 20 тысяч тонн овощей, и до 2021 года появится около 500 новых рабочих мест для самореализации молодежи. Кроме частных инвестиций в агропромышленный комплекс, ежегодно направляется почти 3 миллиарда рублей в виде государственной поддержки. До 2024 года будет вложено еще 15 миллиардов рублей. Республика традиционно является регионом с высокой долей личных сельхозподворий. Я считаю это одной из сильных сторон республики. Сегодня личные подсобные хозяйства являются важным сектором экономики. На их долю приходится более 40% объема производимой сельхозпродукции. За 10 лет производительность труда в личных подсобных хозяйствах выросла 2 раза. Теперь нам нужно закрепить достигнутый эффект. Необходимо повысить эффективность использования земельных ресурсов. К примеру, только работа по раскислению почв может увеличить эффективность вложений до 30%. С этого года заработала новая федеральная программа, компенсирующая до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей по данному направлению, призывая наших земледельцев воспользоваться такой предоставленной возможностью. Прорыв в сельском хозяйстве невозможен без научной и сельской деятельности в племенном деле и семеноводстве. Сегодня в республике создан опорный селекционно-семеноводческий центр в области картофелеводства. Для сведения скажу, это один из 7 существующих в Российской Федерации. Следующим шагом должно стать создание аккредитованных лабораторий для развития племенного животноводства и проведение всего спектра анализов для подтверждения качества произведенной сельхозпродукции, в том числе на экспорт. Необходимо в ближайшие 2 года максимально модернизировать имеющиеся молочные фермы, обеспечить строительство новых молочных комплексов мощностью от 200 голов, наращивание доли высокопродуктивного стада. Все это позволит увеличить объемы производства, повысить производительность труда и, как результат, увеличить заработную плату работников. В бюджете 2020 года на модернизацию и строительство молочных ферм уже предусмотрены субсидии в размере около 200 миллионов рублей. Наши предприятия пищевой промышленности способны переработать всю производимую Чувашию сельхозпродукцию. Рывок молочным животноводством даст возможность полностью загрузить имеющиеся мощности, ввести в эксплуатацию новые. Эффективность инвестиций можно приумножить за счет цифровизации отрасли. Современные цифровые технологии позволяют осуществлять оперативный и качественный мониторинг всех процессов в сельском хозяйстве. По данным экспертов, комплексная цифровизация позволит снизить затраты сельхозтоваропроизводителей как минимум на 20%. Необходимо активно включиться в процессы цифровизации агропромышленного комплекса и максимально использовать передовые отечественные цифровые платформы для ускоренного развития отрасли. Образовательные организации с нового учебного года должны начать готовить специалистов по использованию цифровых технологий в агропромышленном комплексе. С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об органическом земледелии, регламентирующий условия производства органической продукции. По мнению аналитиков, рост потребления органической продукции в мире 2 раза превышает темпы роста продовольственного рынка в целом. Преимущество органического земледелия – это высокая маржинальность производства, до 300% и высокий экспортный потенциал. У нас есть все условия для органического производства. Необходимо в ближайшие годы максимально сконцентрировать инвестиции и квалифицированные кадры на данном направлении. Сейчас в России формируется концепция зеленого бренда сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Минсельхозу Чувашии совместно с органами местного самоуправления следует обеспечить участие организации агропромышленного комплекса в процессе получения нового товарного знака сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Это предоставит им дополнительные возможности для продвижения и продажи своей продукции на новые рынки, в том числе на экспорт. Уважаемые коллеги, безусловно, все наши действия по развитию агропромышленного комплекса преследуют одну главную цель – обеспечить высокий жизненный уровень селян. Системной проблемой является низкая заработная плата на селе, которая меньше, чем в среднем по экономике. За последние 5 лет, с учетом повышения производительности труда, 2,3 раза нам удалось сократить этот разрыв с 47 до 26%. Но разница все еще
еще остается значительной. За этот же период более 10 миллиардов рублей вложено в развитие села. Только в 2019 году 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Средства направлены на строительство и ремонт объектов дорожной и общественной инфраструктуры, социальных объектов. Основной принцип программы – сделаем село привлекательным вместе. У нас успешно реализуется с 2017 года через механизм инициативного бюджетирования. В прошлом году в республике реализовано более 620 проектов, основанных на инициативах граждан. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимает активное участие в реализации проектов, основанных на гражданских инициативах. У нас общая цель – сделать Чувашию самым привлекательным местом для каждого человека. И вместе мы ее обязательно достигнем. В текущем году... В текущем году заработает механизм сельской льготной ипотеки. Льготные ипотечные кредиты будут предоставляться на строительство и приобретение дома, земельного участка в сельской местности. Срок кредитования до 25 лет по ставке от 1,1% до 3%. Это привлекательно. Также запущена программа совместного строительства работодателями и муниципалитетами жилья, которое через 10 лет может быть выкуплено работниками за 1% от его стоимости. Это очень хорошая поддержка для всех, кто хочет жить и трудиться на селе. В то же время хочу подчеркнуть необходимость развития в сельской местности не только агропроизводства, но и других видов бизнеса. Эффективным инструментом решения этого вопроса должно стать создание в сельской местности территории опережающего развития. Даю поручение Кабинету министров республики подготовить предложение по созданию таких территорий, а также разработать программу развития кадрового потенциала сельских территорий, включая подготовки специалистов для сельских администраций, а также экономической и социальной сферы. Дорогие друзья, здоровье каждого человека – это основа благополучия общества в целом. В народе не зря говорят – здоров будешь – все добудешь. Одной из важных задач, стоящих перед современной системой здравоохранения, является повышение эффективности лечения, качества и доступности первичной медицинской помощи. Чего ждут от здравоохранения жителей республики? Чтобы помощь была действительно доступной, чтобы ее можно было получать без ожидания, в бесконечных очередях, без нервотрепки. Мы уже не первый год пошагово реализуем мероприятия по повышению доступности медицинской помощи. И без лишней скромности отмечу, что сделано уже немало. Есть достижения, которыми мы можем гордиться. Я поставил задачу обновить всю медицинскую инфраструктуру, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов. За 7 лет в республике построено 206 новых, оснащенных медицинским оборудованием пунктов взамен ветхих и аварийных. В каждом районе функционирует свой мобильный медицинский комплекс, что позволяет охватить медицинскими осмотрами население всех труднодоступных и малонаселенных пунктов. А это более 33 тысяч человек. Благодаря этому более половины случаев онкологических заболеваний выявляется на ранних стадиях, когда есть все шансы сохранить человеку жизнь. Каждая спасенная жизнь – это не просто статистический факт, это благополучие семьи, счастье родителей и детей. Мы также капитально обновили 45% площади учреждений здравоохранения, оснастили их высокотехнологичным оборудованием по принципам бережливого производства. За последние 5 лет на эти цели было направлено более 7,5 миллиардов рублей. Впервые за 30 лет в столице республики мы открыли новую многопрофильную поликлинику, построенную по современным стандартам, стоимостью более 780 миллионов рублей. Теперь значительно повысится доступность и качество медицинской помощи для 40 тысяч жителей Чебоксар. Заботьтесь о здоровье будущих поколений. Заботьтесь о здоровье будущих поколений. В прошлом году мы внедрили программу «Сертификат молодоженов». Каждая молодая семья республики сегодня имеет возможность комплексно обследоваться у ведущих специалистов перинатальных центров.
Мы многое сделали для повышения эффективности службы скорой медицинской помощи. Благодаря федеральной и региональным программам с 2016 года обновлен весь автопарк службы. Это 189 автомобилей. На сегодняшний день среднее время приезда бригады по вызову сократилось до 11 минут. По эффективности работы скорой помощи республика занимает 3-е место среди 85 субъектов Российской Федерации. Главным результатом работы медицинской отрасли республики стал рост ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. В прошлом году этот показатель впервые превысил 73 года. Мы ставим перед собой задачу к 2030 году. Ну, давайте погромче здесь надо нам поаплодировать, чтобы вдохновить. Мы ставим перед собой задачу к 2030 году преодолеть исторический рубеж ожидаемой продолжительности жизни населения 80 лет. Об этом поставил задачу президент России перед всеми нами. Что нужно для этого сделать? Во-первых, необходимо завершить программу обновления фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий и снять все вопросы доступности первичной медицинской помощи в ближайшие 5 лет. Во-вторых, я поставил задачу создать комфортную среду во всех поликлиниках и стационарах. Уже в этом году на эти цели мы выделяем дополнительно 1 миллиард рублей из республиканского бюджета. Много было справедливых нареканий со стороны жителей на условия лечения в инфекционном корпусе городской детской больницы номер 2 в Чебоксарах. Мы действительно долго не смогли его отремонтировать. Сейчас реконструкция больницы заканчивается. К ней пристраивается новый корпус на 50 коек с боксированными палатами, где будут созданы уже совершенно другие условия для маленьких пациентов. В июне объект введем в эксплуатацию. И детям, и родителям, и врачам всем будет там удобно и комфортно. Всего в 2020 году должны полностью отремонтировать 15 объектов здравоохранения. В-третьих, хотя мы в 1,5 раза сократили смертность от дорожно-транспортных происшествий за последние 3 года, этот показатель все еще остается высоким. К сожалению, 3/4 пострадавших в ДТП погибают еще до приезда медиков. В связи с этим ставлю задачу в 2020 году завершить создание авиационной санитарной службы. В-четвертых, ключевым вектором развития системы здравоохранения республики является обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами. Благодаря введению системы аккредитации отрасль здравоохранения постепенно наполняется медицинскими кадрами. К примеру, треть выпускников медицинских вузов 2019 года работает в первичном звене. В ближайшие 5 лет мы должны полностью ликвидировать нехватку врачей первичного звена в наших медицинских организациях. Но эти процессы не рабочие, могут там по разным объективным причинам, но мы максимально должны закрыть эти проблемы. Народосбережение, сохранение трудового потенциала населения – наша главная задача. Поэтому органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны эффективно взаимодействовать в ее организации. Уважаемые коллеги, лучшие средства для укрепления здоровья и профилактики заболеваемости – это физическая культура и спорт, двигательная активность, закаливание. С прошлого года республика участвует в реализации масштабного проекта «Спорт. Норма жизни». Он направлен на решение, поставленное президентом страны, задачи к 2024 году вовлечь систематические занятия физической культуры и спорта до 55% жителей страны. На сегодняшний день у нас систематически занимается спортом 46% жителей. Я им искренне благодарен. Создание еще более благоприятных условий для занятий спортом позволит эффективнее организовать массовую физкультурно-оздоровительную работу не только с детьми и молодежью, но и с работающим населением. На развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства в этом году из республиканского бюджета выделяется 500 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей будет направлено на строительство 10 полноразмерных футбольных полей с искусственным газоном в 10 муниципальных образованиях. Еще 200 миллионов рублей мы направим на капитальный ремонт объектов спорта в 19 районах и 2 городах республики. С
Среди крупных спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году, плавательные бассейны, бассейны в селе Аликово и Чувашском государственном университете имени Ульянова. Всего в республике насчитывается 82 плавательных бассейна. Напомню, что в декабре 2019 года мной подписан указ о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей, в рамках которого ученики младших классов будут бесплатно обучаться плаванию. Этот шаг позволит нам не только укрепить здоровье детей, но и во многом предупредить несчастные случаи на воде. В текущем году будут предприняты и другие меры по привлечению людей к здоровому образу жизни, улучшению условий для развития детско-юношеского и массового спорта, подготовки спортивного резерва. Уважаемые депутаты, мы никогда не рассчитывали на природные богатства. Экономического роста в нашей республике можно добиться только благодаря созданию инновационных производств, использованию последних достижений науки и техники, а также наличию квалифицированной рабочей силы. Чтобы подготовить необходимые кадры, способные выдерживать конкуренцию на рынке труда, нужна современная, эффективная система образования. Именно образование в большей степени формирует качество человеческого капитала, создает компетентного специалиста, развивает в нем предпринимательские способности, делает его умелым организатором, способным находить эффективные пути решения проблем. Поэтому мы постоянно инвестируем огромные средства в человеческий капитал. Только в прошлом году расходы консолидированного бюджета республики по разделу образования составили около 20 миллиардов рублей. В образовательной сфере проделана колоссальная работа. Одним из главных ее результатов стало бурное развитие дошкольного образования. На сегодняшний день достигнута 100% доступность детских садов для детей старше 3 лет и менее. Для создания современных комфортных условий обучения детей и ликвидации второй смены в республике построено и реконструировано 13 общеобразовательных школ. Создано почти 3800 ученических мест. В прошлом году в Чебоксарах открылся Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели Центра «Сириус» по направлениям наука, искусство, спорт. В перспективе центр должен стать эффективным социальным лифтом для талантливых ребят. В условиях повсеместного вытеснения ручного труда и устаревших методов управления, внедрения автоматизации и компьютеризации видоизменяются подходы к совершенствованию системы обучения и подготовки кадров. Поэтому мы продолжаем вкладывать средства в создание современной эффективной инфраструктуры в системе профессионального образования. Создано 50 мастерских, работают 8 центров компетенции, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием в соответствии с международными стандартами. В общей сложности за 5 лет в развитие профессионального образования инвестировано более 7 миллиардов рублей. Эффективным инструментом, позволяющим оценить качество подготовки студентов техникумов и колледжей, является движение WorldSkills. По итогам участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», профессионалы города Казани, делегация Чувашии заняла 16-е общекомандное место среди 82 российских регионов, которые там участвовали. Благодарю учащихся! Спасибо! Искренне благодарю учащихся, их преподавателей и родителей за столь высокий результат. Так держать, участвовать, демонстрировать и возвращаться практически чемпионами и победителями. Я также хочу поблагодарить всех учителей нашей республики. Роль педагога в воспитании подрастающего поколения невозможно переоценить. Особые слова признательности адресую классным руководителям. Вы знаете, что президентом страны принято решение, по которому все классные руководители, для сведения скажу, а в нашей республике их почти 6900, будут получать доплату в размере 5000 рублей за свой очень важный и очень ответственный труд. В ближайшей перспективе, вы узнаете, это
решение президента прямого действия, соответственно, и мы средства получая будем только трансформировать, а в ближайшей перспективе перед нами стоят следующие задачи. Во-первых, сегодня в республике местами дошкольных организаций обеспечено более 77% детей старше 1 года. А нужно достичь 100% доступности, чтобы у женщины была возможность при желании выйти раньше из декретного отпуска и вернуться к работе. Для этого следует в 2020-2021 годах ввести в эксплуатацию еще 9 детских садов на 1840 мест. Во-вторых, на сегодняшний день более 30,5 тысяч детей учатся в школах, имеющих износ 50% и более. Мы это признаем. Для создания условий, отвечающих современным требованиям обучения, на капитальный ремонт общеобразовательных организаций в текущем году направляется 510 миллионов рублей. Кроме того, 200 миллионов рублей выделяется на приобретение ученической мебели для обучающихся начальных классов. Считаю, что этого недостаточно. Поручаю Кабинету министров Чувашии совместно с органами местного самоуправления полностью обеспечить школу современной мебелью в течение 3 лет. В-третьих, у нас остается 190 школ, где еще требуется провести обновление пищеблоков. Необходимо завершить этот процесс. Уже с 1 сентября текущего года более 62 тысяч учеников начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В-четвертых, опыт работы детского технопарка «Кванториум» в Чебоксарах доказал большую важность этой площадки для развития ребенка по естественно-научным и инженерно-техническим направлениям. Ставлю задачу в 2020-2021 годах открыть еще 3 мобильных детских технопарка. В-пятых, чтобы сельские школьники имели возможность получать современное качественное образование по предметам технология, информатика, основы безопасности и жизнедеятельности. В 40 сельских школах создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Все они получили современное компьютерное и интерактивное оборудование. Поручая Министерству образования и молодежной политики республики до 2024 года обеспечить создание еще 140 таких центров. В течение 6 лет на реализацию национального проекта образования будет направлено более 100 миллиардов рублей. Мы точно знаем, что инвестиции в человеческий капитал – путь к благополучию. Нам важно будущее наших детей. Спасибо. Уважаемые депутаты, во все времена молодежь была движущей силой прогресса. Сегодня она – самый надежный партнер власти в продвижении благих инициатив. А в недалеком будущем именно молодым, энергичным, образованным людям предстоит взять в свои руки муниципальное и государственное управление. Поэтому нам важно создать условия, которые в полной мере позволят молодежи проявить себя. Необходимо шире информировать молодых людей об имеющихся социальных льготах, чтобы каждый мог воспользоваться государственной поддержкой. И, конечно, у молодежи в первую очередь и надо спросить, что мы должны сделать, чтобы наша республика стала еще более привлекательной и комфортной для проживания. Поручая провести широкое социологическое исследование для выявления потребностей, интересов и увлечений молодежи на территории нашей республики. На основании его результатов следует разработать комплекс мер по созданию условий для самореализации молодежи, сформировать единое информационное пространство, обеспечивающее ее духовно-нравственное воспитание. Считаю, что назрела необходимость создания молодежного общественного движения, которое объединяло бы талантливых, творческих, энергичных молодых людей, умеющих мыслить креативно и предлагать новые идеи для развития. В то же время следует учитывать, что современный мир информационных технологий не только дает молодым людям возможность овладевать новыми знаниями и навыками, но и создает угрозу их безопасности. Именно молодежной среде высок риск распространения радикальных взглядов. Поэтому необходимо разработать методы профилактики и защиты от деструктивно направленной информации. Обращаю внимание на еще один очень важный такой тренд. Президент России рассматривает добровольческие организации как основу для построения гражданского общества.
Чем больше граждан вовлечено в волонтерство, тем больше условий для реализации возможностей и потребностей людей. В связи с этим предлагаю продолжить работу по вовлечению молодежи в волонтерские движения и другие общественные организации. Уважаемые коллеги, развитие Чувашской Республики в целом и успех каждого ее жителя в отдельности во многом зависит от сохранения духовных основ и укрепления семейных ценностей. Семья – это самые близкие и родные люди. Это тот добрый маленький мир, который нужен каждому из нас, чтобы стать по-настоящему счастливым. Недаром народная пословица гласит: «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные ценности во все времена имели особое значение для народа Чувашии. Основа его семейного уклада – это прочный супружеский союз, забота о детях, почитание родителей, взаимное уважение и доверие, верность и неиссякаемая любовь. В республике уже не первый год отмечается наименьшее количество разводов среди регионов Приволжского федерального округа. Крепкие семьи доказывают, что никакая искусственно навязываемая мода на гражданские браки и свободные отношения не может подменить наши вечные традиционные ценности. На государственную социальную поддержку семей с детьми в течение 6 лет предполагается направить более 26 миллиардов рублей. Начиная с нынешнего года изменен критерий нуждаемости при назначении семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Размер среднедушевого дохода семьи увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. Срок выплаты продлен до достижения ребенком возраста до 3 лет. До этих изменений выплаты получали 55% семей республики. Теперь мы сможем увеличить их количество до 82%. А это более 8700 семей. Это, конечно, расчетные, предварительные цифры. С текущего года изменен критерий нуждаемости до 2-кратной величины прожиточного минимума при предоставлении выплаты семьям в связи с рождением 3-го ребенка и последующих детей. Планируется охватить данной меры поддержки 95% семей. Это тоже расчетные предварительные цифры. Огромные средства выделяются на стимулирование рождаемости, а также поддержку малообеспеченных и многодетных семей. Думаю, сообщу хорошую новость для будущих многодетных родителей. Мы тоже приняли решение 1,5 раза увеличить размер республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение 3-го и последующих детей со 100 тысяч до 150 тысяч рублей, то есть 1,5 раза. Спасибо, вы своими как раз аплодисментами поддерживаете это решение в пользу и на благо наших многодетных семей. Это дорогого стоит. Когда в семьях царят счастье, достаток, взаимное уважение и любовь, в домах не смолкает веселый детский смех. Тогда и наше общество крепкое, и государство сильное. Дорогие... Спасибо. Дорогие друзья, для каждой семьи, для каждого человека имеет большое значение решение жилищного вопроса. Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий является важной задачей для органов власти всех уровней. В рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней за последние 4 года на эти цели выделено более 10 миллиардов рублей. Государственную поддержку получили более 20 тысяч семей. Более 4 тысяч семей смогут получить такую поддержку в текущем году. На эти цели из бюджетов разных уровней направляется более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Строящиеся квартиры пользуются спросом, чему способствует развитие ипотечного кредитования граждан. С этого года, благодаря внедрению программы «Сельские ипотеки», дополнительный импульс получит и развитие индивидуального жилищного строительства. Исходя из имеющихся предпосылок, ставлю задачу Минстрою Чувашии совместно с органами местного самоуправления и организаторами строительной отрасли обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020 году не менее 750 тысяч квадратных метров жилья. Когда я говорю о решении жилищного вопроса, то имею в виду не только построенное жилье, но и в целом комфортную городскую и сельскую среду, в которой мы живем. Люди оценивают эффективность работы органов власти по позитивным изменениям, которые происходят рядом с ними ежедневно. Освещен ли вечером подъезд?
Становится ли чище их двор? Появились ли в нем новая детская площадка, цветочные клумбы, удобные скамейки? Отремонтирован ли тротуар? По моему глубокому убеждению, качество именно этой среды в большей степени определяет настроение в обществе. Каждый человек хочет жить в комфорте, иметь в своем родном городе или селе современное общественное пространство, где можно приятно использовать, проводить свободное время всей семьей. Отмечу, что 2011 года мы начали предпринимать в жизнь масштабную программу капитального ремонта дворов и проездов к ним. За это время отремонтировано около 1900 дворовых территорий и более 800 проездов к ним. Это колоссальная работа практически. Согласно индексу качества городской среды, который рассчитывается Минстроем России, в соответствии с указом президента Российской Федерации, наша республика лидирует в Приволжском федеральном округе по доле благоустроенных городов сразу в трех категориях. Это крупные, средние и малые города. 5 городов в республике. Пять городов Чувашии из 9 набрали 180 баллов и больше. Значит, в них создана благоприятная городская среда, хотя нам здесь тоже предстоит очень еще много работы. Но больше всего радует, что формирование благоприятной среды принимает активное участие сами жители. В этом гарантия успеха любой программы. Когда люди чувствуют свою сопричастность к принятию управленческих решений, то и отношение к благоустроенным территориям становится более бережным. Именно ответственное и бережное отношение каждого жителя к своему дому, улице, городу и республике в целом является залогом процветания и благополучия нашей любимой Чувашии. Вы знаете, что в ноябре прошлого года принято решение о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан муниципальных образований. Сегодня требует благоустройства более 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктов. 1,5 миллиарда рублей будет выделено дополнительно на благоустройство улиц, дворовых территорий, зон отдыха, создание экопарковок, установку освещения. Улучшение качества среды проживания смогут ощутить почти 380 тысяч человек, то есть каждый третий житель. В текущем году также планируется отремонтировать более 370 тысяч квадратных метров тротуаров, которыми пользуются более 800 тысяч человек. Ежедневно в республике предоставляется 365 тысяч социальных услуг по разным направлениям. Поликлиниках, школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта. В текущем году мы хотим охватить модернизацией более 800 или 66% государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. На решение этой задачи из бюджета планируется направить не менее 8 миллиардов рублей. Такие огромные средства на эти цели еще никогда не выделялись в один календарный год, но мы идем на такой ответственный шаг, чтобы создать комфортные условия для жителей республики. К тому же не будем забывать, что благоустроенность улиц и дворов наших городов имеет большое значение для повышения туристического потенциала. В прошлом году мы приступили к созданию туристского кластера «Чувашия сердце Волги». Этот проект получил поддержку правительства Российской Федерации, и на его реализацию из всех источников финансирования выделяется более чем 2 миллиарда рублей. Предусмотрено выполнение работ по реконструкции Чебоксарского залива, Красной площади, а также Московской набережной у Свято-Троицкого православного мужского монастыря. Не сомневаюсь, что эти места культурного отдыха уже полюбившиеся чебоксарцам и гостям республики после реконструкции станут еще более привлекательными. В 2019 году город Ядрин стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На благоустройство городского поселения из бюджетов направлено 50 миллионов рублей. Это значимые средства для Ядрина. Я призываю органы местного самоуправления уделять особое внимание подготовке таких проектов, которые позволяют создавать одинаково комфортные условия жизни в городе и на селе. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, мы эффективно реализуем социально ориентированную государственную политику. Более 14 миллиардов рублей в 2020 году предусмотрено на поддержку пожилых людей, материнства и детства, инвалидов, малоимущих граждан.
Различные меры социальной поддержки получают более 205 тысяч жителей республики пенсионного возраста по 14 направлениям. В прошлом году приобретено 30 автомашин, оснащенных спецподъемниками. В них обустроены места для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясничников. Работники предпенсионного возраста могут пройти переподготовку или повысить квалификацию с целью сохранения занятости на своем предприятии и повышения конкурентоспособности на рынке труда. С текущего года пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование смогут граждане в возрасте 50 лет и старше. Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки. К примеру, только льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг в прошлом году воспользовались более 317 тысяч человек на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Оказание мер социальной поддержки в этом году будет продолжено. В прошлом году Минтруд России включил в республику перечень субъектов Российской Федерации, в которых реализуются пилотные проекты по повышению доходов граждан. Снижение уровня бедности в 2 раза к 2024 году. С этого года в рамках пилотного проекта будет оказываться государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта. Предусмотрена поддержка в виде выплат за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости, а также возможность оплаты курса обучения с предоставлением выплат в период обучения. Социальные контракты будут заключаться с теми, кто захочет открыть собственное дело. В случае успешной защиты проекта таким гражданам будет выделяться 250 тысяч рублей при условии осуществления предпринимательской деятельности не менее 3 лет. Предполагается также прямая финансовая поддержка семей в размере 10 тысяч рублей ежемесячно, но не более 12 месяцев выплата производится одному члену семьи. В текущем году планируется заключить не менее 3800 социальных контрактов. Это тоже предварительно такую оценку сделали. Есть заявители для участия в этой программе. Это значимо. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будет выделяться по 372 миллиона 400 тысяч рублей. Благодаря социальным контрактам более 14 тысяч человек преодолеют черту бедности. В своем послании Федеральному собранию президент России обозначил кардинальные меры, принимаемые в текущем году правительством Российской Федерации для социальной поддержки малоимущих граждан. И эти новые направления государственной социальной поддержки, а также дополнительные меры, предпринимаемые в республике, позволят нам в течение года уменьшить долю бедных на 2,5-3%. Дорогие друзья, одним из факторов... Одним из факторов, определяющих состояние здоровья человека, является качество окружающей природной среды. Именно из нее мы черпаем необходимые для жизни ресурсы. Радует, что в нашей республике органы власти и институты гражданского общества сумели наладить эффективное взаимодействие в вопросах защиты природы. По оценке экспертов, общественные экологические организации «Зеленый патруль» Чувашия занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге России. Большим шагом вперед стала для нас реализация важнейших с экологической точки зрения инвестиционных проектов. Республика стоит в ряду наиболее передовых регионов России по утилизации твердых коммунальных отходов. Мы решили историческую проблему для сотен тысяч жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского районов, завершив рекультивацию Пихтулинской свалки, которая действовала почти 60 лет. Сегодня уровень концентрации вредных веществ в этом районе полностью соответствует санитарным нормам. В рамках концессионного соглашения построен полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом и мусороберегушечная станция с элементами сортировки. В настоящее время во всех муниципальных образованиях республики оборудованы места для сбора отходов, установлены контейнеры.
Выражаю признательность нашим селянам и горожанам за понимание того, как важно решить историческую проблему утилизации твердых коммунальных отходов. Для дальнейшего повышения экологической безопасности считаю необходимым снижение количества отходов, поступающих на полигон. Ставлю задачу до конца текущего года перейти на раздельный сбор мусора в городских округах, а в 2021 году по всей республике. Это сложно, но выполним, уважаемый глава администрации. В рамках национального проекта «Экология» мы должны в 2020-2023 годах завершить работу по рекультивации 7 свалок в Канаше, в Ядрине, Аликовском, Яльском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах. Поэтапно будут закрыты и рекультированы 11 действующих объектов размещения твердых коммунальных отходов. Таким образом, в республике будет полностью и, надеюсь, навсегда решен вопрос захоронения коммунальных отходов. Мы продолжим необходимые мероприятия по оздоровлению Волги. До 2024 года в рамках регионального проекта оздоровления Волги будет построено 13 объектов, которые позволят в 3 раза сократить объем загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу и ее притоки. Хочу подчеркнуть, за 3 года, это 2020 и 2022 годы, будут рекультированы шламоотстойник и шламонакопитель биологических очистных сооружений Минстроя Чувашии, которые располагаются в Новочебоксарске. На эти цели планируется направить 1 миллиард 143 миллиона рублей бюджетных средств. В результате в хозяйственный оборот возвратится 23 гектаров земель, улучшится качество жизни людей. Это один из самых важных объектов в системе очистки Волги. Необходимо привести в технически исправное состояние 550 источников водоснабжения. Это водозапорные скважины и водонапорные башни, а где-то они и без хозяина. На эти цели будут выделены из республиканского бюджета почти 340 миллионов рублей. Следует также завершить в текущем году строительство водопровода от насосной станции северо-западного микрорайона города Чебоксар до деревни Чандрово, что позволит довести долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 96,5%. Необходимо также завершить 2-й этап строительства водопровода в селе Порецкое. В этом году будут проведены лесовосстановительные работы на площади чуть более 400 гектаров. Таким образом, отмечу, мы полностью завершим восстановление лесов на местах горельников 2010 года. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, весомую роль в развитии всех сфер жизнедеятельности общества играет транспортная инфраструктура. Качество дорог – одна из основных составляющих имиджа республики, важные показатели ее инвестиционного потенциала. За последние 10 лет в республике отремонтировано более 2000 километров дорог. Только в прошлом году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог направлено более 5 миллиардов рублей. Главным результатом нашей работы является сохранение человеческой жизни. На территории республики последовательно снижается количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и раненых в них людей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ставится цель к 2024 году снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения. Это задачи такие очень ответственные, но с каждым годом мы в этом направлении должны работать, выполняя те мероприятия, которые предусмотрены в наших программах. Многое сделано для развития улично-дорожной сети в столице нашей республики. Увеличение пропускной способности основных транспортных магистралей. Создание единой системы транспортных коридоров, снижение аварийности. Благодаря нашему эффективному взаимодействию с федеральной властью, уже в этом году республика получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей для покупки новых троллейбусов, в том числе машин на автономном ходу. На эти средства Чебоксарское и Новочебоксарское троллейбусные управления смогут существенно обновить свой автопарк.
Это беспрецедентная возможность для повышения качества перевозок пассажиров. Таких замечательных перспектив у нас, у транспортников, еще не было. Уважаемые коллеги! Спасибо. Уважаемые коллеги, испокон веков народы, проживающие на территории Чувашии, сохраняют доброжелательность, взаимопонимание, межнациональное и межконфессиональное согласие и сотрудничество. Уникальная культура нашего народа основана на вечных общечеловеческих ценностях, крепких семейных узах, любви и взаимоуважения. Они служат источником созидательной энергии и творческого вдохновения для всех нас. Государственная политика направлена на создание условий для духовного взаимообогащения и гармоничного развития представителей всех национальностей, сохранения их языка и культурного наследия. Поэтому развитие и поддержка сферы культуры входят в число наших важнейших приоритетных задач. Объем финансирования отрасли из консолидированного бюджета... Спасибо. Объем финансирования отрасли из консолидированного бюджета республики в прошлом году составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. За 10 лет он увеличился 2,8 раза. За это время капитально отремонтировано более 250 клубных учреждений. В текущем году на ремонт и модернизацию учреждений культуры, укрепление материально-технической базы библиотек, архивов, а также детских школ искусств будет направлено более 600 миллионов рублей. В рамках подготовки к празднованию столетия образования Чувашской автономной области в 2016-2018 годах построено 18 сельских домов культуры. Еще 7 клубов мы введем в эксплуатацию в текущем году и практически свои обещания перед жителями Чувашской республики выполняем. Мы обещали 25 учреждений культуры. Поручаем Министерству культуры... По делам национальности и архивного дела вместе с органами местного самоуправления в 2021-2024 годах обеспечить ввод в эксплуатацию еще 25 новых сельских домов культуры. Об этом просят селяне. Мы должны это выполнить. Республика входит в число лидеров России по открытию модернизированных кинозалов. В Приволжском федеральном округе республика занимает 2 место по количеству населения на 1 новый кинозал. По охвату детей школами искусств республика занимает 3 место в Приволжском федеральном округе. Значительную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании детей и молодежи играют музеи республики. В текущем году их важнейшей задачей станет реализация проектов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и столетия Чувашской автономии. Сегодня с новой силой возобновились попытки переписать, извратить историю. Поэтому очень важно рассказывать правду о беспримерном мужестве и героизме, которые были проявлены в годы войны нашим единым народом по его беззаветной любви к Родине. Подвиги прославленных героев вдохновляют на новые победы и свершения во благо нашей славной отчизны. Я неоднократно говорил и еще раз повторю, чтобы максимально эффективно решать стоящие перед нами задачи органами власти, нужен постоянный диалог с теми, для кого они работают. Это жителями Чувашии. Необходимо не просто выслушивать, но и слышать и понимать нужды и чаяния простых людей. Только в этом случае мы достигнем поставленных целей. Нужно находиться в тесном контакте с населением, быть в курсе основных проблем своих территорий или отраслей. Для этого руководители министерств, ведомств, муниципалитетов не обязательно с утра до вечера вести личный прием. Сегодня все сферы экономики и общественной жизни пронизывают цифровые технологии. В прошлом году в своем послании я призывал всех должностных лиц уделять больше внимания социальным сетям, оперативно реагировать на обращения граждан, получая обратную связь. За прошедшее время почти все руководители органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления открыли личные аккаунты в наиболее распространенных социальных сетях. Это правильное решение. Тем более, что благодаря реализации программы устранения цифрового неравенства на территории республики сегодня нет проблем с выходом в сеть интернета.
С прошлого года через систему мониторинга Incident Management получено более 9500 сообщений о том, что не удовлетворяет наших граждан по повседневной жизни. Благодаря неравнодушию жителей республики, органы государственной власти и органы местного самоуправления смогли своевременно отреагировать и решить большое количество проблем, точнее не менее 75% в различных сферах. Считаю необходимым продолжить совершенствование инструментов интерактивной связи с населением. От этого зависит удовлетворенность населения, работы органов власти. Открытость, честность, публичность – вот главные принципы, на которых всегда будет строиться взаимодействие государственной и муниципальной власти с гражданским обществом в республике. Дорогие сограждане, хаклы инде жамырзе, в наступившем году нас ожидают выборы главы Чувашской республики и выборы в органы местного самоуправления. Долг каждого россиянина, независимо от национальности, вероисповедания или политических взглядов, приложить максимум усилий для достижения национальных целей для процветания и благополучия нашего государства. В связи с этим я хочу обратиться ко всем политическим силам с призывом не ставить своей работе во главу угла узкопартийные интересы, а руководствоваться в первую очередь нуждами своих избирателей, жителей Чувашской республики. Разумеется, все мы разные и имеем разные взгляды на то, по какому пути должна двигаться вперед наша любимая республика. И все мы прекрасно понимаем, что не существует какого-то универсального рецепта для решения всех проблем, и ни один путь развития, который мы выберем, не будет самым идеальным. Но я уверен, что вместе, сохраняя единство, духовную общность, гражданский мир и межнациональное согласие, мы сможем найти наиболее оптимальное решение, применимое к вызовам сегодняшнего дня. Впереди еще много задач, которые нам предстоит решить сообща. В первую очередь, это повышение социальной защищенности и благосостояния населения. Перед всеми нами стоит цель вывести республику в ближайшие годы на совершенно новый уровень развития. И у меня нет сомнений, что вместе нам под силу выполнить задуманное. Ведь всех нас объединяет горячая любовь к Родине. Соединив усилия... Спасибо. Соединив усилия, сохранив стабильность, работая системно и целеустремленно, мы обязательно осуществим самые масштабные и амбициозные планы. Ирлахран Иван Мантище. От добрых дел не устанешь, говорят у нас в народе. Наши предки завещали всегда хранить чистоты помыслов, сердечную теплоту, уважать других людей, быть добрыми, отзывчивыми, честными. Так давайте оставаться верными их духовному завету. Я твердо убежден... Уважаемые депутаты и коллеги, я твердо убежден, что мир и согласие, чувство ответственности за благополучие родной земли помогут нам сделать нашу любимую Родину счастливой и процветающей. У нас для этого есть все возможности. Благодарю за внимание. Тавра Гусь. Уверена, что выполнение задач, поставленных в послании, станет безусловным приоритетом в деятельности всех республиканских и муниципальных органов власти, ориентиром для бизнес-структур, институтов гражданского общества и всех жителей республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание объявляется закрытым.